Здравствуйте, уважаемые зрители YouTube. Сегодня у нас на распаковке, на обзоре вот такая вот флешка от производителя Tecklast. Данного производителя я знаю как производителя планшетов в основном, но вот как выяснилось, они производят и флешки. Флешка USB 3.0 стандартом, серия Lidu. Значит, заказывал я ее, эту флешечку, в магазине GearBest. Пришла она вот в таком вот пакете белого цвета, стандартном для GearBest. Доставила, как традиционно уже можно говорить о том, что доставляется очень много товара с магазина GearBest новой почтой. Приехала она за 12 дней, то есть это радует, недолго ехала. Чем же примечательна данная флешка? Во-первых, очень компактный размер ее. Есть вот такой вот защип для помещения на ключи, как брелок ее можно использовать. Ну и самое главное, что производитель регламентирует очень хорошую скорость передачи данных. На чтение это 140 мегабайт в секунду. Значит, и плюс к этому имеется так называемая водозащита. Вот я читаю характеристики: антимагнетик, dust resistance, это защита от грязи, шок резистенс от падений, я так понимаю, антистатик. Короче говоря, чуть ли не какая-то супер флешка. Ну, не знаю, как она действительно будет работать, но по внешнему виду она мне понравилась. Значит, на упаковке написан адрес сайта производителя tecklast.com, 32 гигабайта, USB 3.0. Это то, что мы знаем. 5 лет гарантии дает производитель. С обратной стороны, опять же, из понятного, это USB 3.0, tecklast.com, ну и маркировки, которые идут от производителя. Made in China, естественно. Если будет время, проверю ее по скорости. Сейчас просто абсолютно нет на это время. Ага, супер спид. То есть типа очень быстро. Ну, будем надеяться. Попробую визуально, как она работает. Благо, порты USB 3.0 в устройствах присутствуют. Можно будет все это посмотреть. Сравнить с теми флешками USB 3.0, которые у меня уже есть. Ну, вот так. Значит, кому интересно, будет ссылочка в описании на данный продукт на магазине, ну, на сайте компании магазина GearBest. Заказывайте. Спасибо за внимание.